Больше всех хорошую площадку ждали местные мальчишки. Футбольные баталии во дворе теперь точно станут интереснее. Артем Монаков уже предвкушает вечера с футбольным мячом и новыми друзьями. Мне нравится играть в футбол, но мы не играем, потому что не было ворот и надо было камни ставить, а их иногда не видно. Теперь есть и новенькие ворота, и высокую траву тоже постригли. Кроме того, обновили краску на лавках. С ремонтом спортивной площадки помогли местные власти и общественный совет микрорайона. Сделанным общественники остались довольны. По инициативе жильцов данного двора, по их просьбе, мы устанавливаем сегодня футбольные ворота. Я думаю, что впоследствии эта площадка будет пользоваться популярностью среди молодежи. И, возможно, именно на этой площадке вырастут будущие чемпионы. Будущим чемпионам до олимпийских высот пока далеко, зато уже есть где тренироваться. Следующий шаг в обустройстве двора – парковочные места для машин. Общественный совет микрорайона берет вопрос на контроль и обещает – парковка будет. В конструктивном взаимодействии с властью вопросы решаются быстрее. Мы очень рады, что у нас пришел такой общественный совет, с которым можно решить наши проблемы. Я думаю, вы сами наблюдаете, как они у нас эффективно решаются. Красивая Самара, в которой комфортно и детям, и взрослым. Таким родной город видят неравнодушные, а главное – активные жители. Именно они войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Выборы в районные советы депутатов пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.